GameStop.com! The best video game store ever! Fast as lightning! Solid as a rock! Cheap as duck! What's more, you can sell on it because it's also a marketplace! Remember G2A.com! The best video game store ever! Ну что же, ребят, мы с вами возвращаемся в прямой эфир, и мы с вами продолжаем наблюдать за матчами саммита. Сейчас у нас на связи появится наш кокастер сегодняшний, который на вторую игру к нам подключился. Появится ли он вообще, потому что-то не берет трубку. Ладно, все от меня борозятся, никто не появится, извините. Я думал, что кто-то появится, но все от меня отморозились, и никто не появится сегодня. Шучу. А в любом случае, думаю, где-то приблизительно вот прямо сейчас у нас на связи должен появиться Арен. Здравствуйте, молодой человек, как ваши дела? Да, привет. Я тут просто сейчас стрим включил. Так, все, я на месте. Отлично. Слушай, ну там первая каточка такая была, я не ожидал. Ты там сказал про то, что это только первый Рошан, игра только начинается, она оп и закончилась. Не, ну я как-то думал, ну не надо было так тупо долго за него драться и как-то там фидить так за этого Рошана, но в итоге получилось как-то, ну не совсем качественно. В любом случае, игра-то получилась довольно неплохая, и герои неплохие, и вообще все было весело. Но сейчас будет вторая часть. Всем, кто только-только проснулся, подключился, не знает, что происходит, напомню вам, что у нас играет Vici Gaming. Играют они против Ехом, две однозначно самых сильных китайских команды в мире сейчас. И эти команды играют в Best of 5 в финале Winnerov The Summit за право поехать... На этот самый саммит. На саммит, да. На саммит, то есть команда, которая выиграет эту конкретную игру, она едет в Америку. Все очень просто. 1-0 в серии ведут Vici Gaming, и еще две карты им надо выиграть. Много, но надо. Да, да, нелегко будет. Ехомы, я думаю, сейчас соберутся и зададут им жару. Я посмотрел там на коэффициенты, слегка прибалдел, конечно, что-то прям совсем в ехомов не верят. Не, надо ну, пособраться. Сейчас ну, сетевая... Они там проигрывали много подряд у этих, у Vici Gaming конкретно. То есть они там выиграли у всех, а у Vici Gaming там, по-моему, то ли три подряд они проиграли, то ли что-то такое, я прям даже не помню. Ну так вот, наоборот, три подряд проиграли, значит сейчас вот должны выиграть. Не будут же они вечно им проигрывать. Ну вообще логично, абсолютно есть... логично. Это что, это значит, всю жизнь теперь проигрывать, что ли? Все, сейчас Ехомы, короче, собираются, как раз ворвался, сейчас три каточки подряд Ехомы выигрывают, зрители горят, и мы переходим к Европе. Да, собственно, Vici Gaming против Ехом действительно играли 4 раза за последних пару месяцев. Vici Gaming выиграли у Ехомов дважды вот в Сингапуре на прошлой неделе на лане. Мы это с вами видели, там 2-0 и 2-1. В финале лузеров и в полуфинале Винров два раза они встречаются, два раза выиграли Vici Gaming. Потом до этого на ESL One квалификациях Ехомы выиграли, а потом не забываем, что как бы Vici Gaming, это команда Ехом с International так-то выбили в матче за выход в топ-4. Там действительно Ехом закончили свои выступления в матче против Vici. Так что принципиальненько. Да, такое серьезное сражение. Ну что, давай по пикам пройдемся. Тут у нас Queen of Pain, Winter Viverna и Visage. Вот, Visage, которые... Три интовика таких жестких заезжает. Прям интеллектуалы тащат у Vici Gaming. Ну, Visage персонаж, который время от времени теряет свою популярность, но заезжает. Вот почему он сейчас заехал, я не знаю по какой причине. Ну, просто вот захотелось. Точно так же, как он у Virtus.pro иногда заезжает, вот когда они прям не знают, что делать, а давайте возьмем Visage. Берут Visage и начинают выиграть. Нужно использовать Лила. Активировать Лила на максимум. Это единственное спасение. Кстати, вчера не помогло. Не, хотя подожди, вчера они брали, и, по-моему, даже что-то даже появилось. Я что-то даже не помню. Да, вчера взяли не Visage, выиграли, а потом Visage не брали и проиграли. Вот так вот. Ну такое, и Слардер взяли. Не, ну, это такая давняя комбинация. Слардер, Visage, Amplify вешаешь,
фамильярчики подбегают, а если еще какой-нибудь Solar Crest или хотя бы обычная медалька, то это единица боевая, даже если это гирокоптер, стирается мгновенно. Очень жесткий фокус идет. У Yehome есть Task, это вот как раз-таки тот персонаж, про которого мы, по-моему, с тобой комментировали, я много раз говорил о том, что Task это самый, наверное, жесткий герой в Доте после Дума, наравне с ним. Вот. И в тот момент его не пикали почему-то. Не пикали, не банили. И вот сейчас вот наконец-таки поняли ребята, что вот, да, и на Наньянге его постоянно видел, и здесь сейчас он появляется, и везде он теперь появляется. Тем более, Task от Yehome, это вообще какой-то нереальный. Да, в первой игре немножко у Eleven не пошло, но даже на сцене на том же Наньянге, когда у SSIS спрашивали... SSS, а почему вы не баните Квапу? CTY же на Квапе, он прям лучший в мире. Они сказали, да Квапа не настолько опасна, как Тускар от этих пацанов. Да, Морж очень сильный. Он вообще прям, ну, плюс его перечислять можно бесконечно. Добрали себе также Лину, Гирокоптер и Дисраптор. То есть, ну, три персонажа очень эффективные. Дисраптор взяли чисто для комбинации и попыточки, наверное, контрить ту же Queen of Pain. Да, можно ее возвращать, закрывать, и будет больно. Ну и Винтер Виверна, если будет там кого-то Cold Embrace'ом сейвить, то, в принципе, можно всегда тоже чем-то подцепить, подловить. Вот. Но Дисраптор очень уязвимая цель будет для того же Визажа, для того же Слардера. За секунду просто разваливается против этих персонажей. Так что позиционно ему здесь придется туговато, потому что буквально шаг вправо, шаг влево, ты моментально сгорел. Действительно слабоватый, по-моему, саппорт, учитывая, что Yehome нужно еще добирать второго саппорта. Вот как-то, если и второй будет слабенький, что там у нас, а Дазл у нас в бане, к сожалению. Ну, ждем, что дальше появится. Да, Vici Gaming, получается, у нас имеют два суппорта, есть у них мидер, слардер, ну, я не знаю, как тут, но обычно он в харду идет, но он и на изи лейне пофармить может, тут уж как захотят Vici Gaming, они берут себе ликан, значит, слардер у нас будет оффлейн, а ликан такой вот фармящий, и в ликана, и в мид могут отправить, а Queen of Pain на изи лейн пофармить, то есть тут вообще как бы свобода выбирать. Я вообще, кстати, ликана больше люблю в миде. Я вообще ликана не люблю, я вообще не понимаю, зачем этот герой здесь появился. Ну, то есть... ну, на фаст игру, ну смотри, если слардер при хороших раскладах выфармливает себе дагерочек или форс хотя бы какой-то, у них очень-очень-очень много агрессии, и эту агрессию можно постоянно закреплять с носом башен. Плюс и ко всему, несмотря на то, что играет Vici Gaming за сторону Radiant, если ты прессингуешь и ты доминируешь, то тебе всегда удобно пойти и забрать Рошана. С таким пиком, как у Vici Gaming, это еще один плюс. При жесткой давке, при жесткой агрессии ты ломаешь тевора, твое преимущество, ты можешь убивать героев, даже если одинаково размениваться, это все равно тебе плюс, и ты Рошана можешь сбрить за секунду. Твой противник даже элементарно может не успеть прийти и среагировать. Да, оп, да, там действительно секунды 3-4 надо будет, чтобы забрать этого Рошанчика. Драгонайт появляется последним пиком, опять-таки довольно интересный товарищ, вот очень мне нравится как бы этот герой. Тоже Драгонайт хотят пушить. А почему бы и нет? Ну да. Да. Тем более армированный герой, то есть против как раз-таки стратегии с минус армором вполне неплохо заходит, но, конечно, как ни крути, там армор будет выгоняться в жесткий минус. Ну, нельзя сказать, что есть какой-то супер нереальный ДПС, именно физический, против которого очень страшно было бы жить, но есть... Все равно вот эта комба Визаж с фамильярами и Сладер. Ну, Аликан, как ни крути, а есть этот ДПС. Но действительно, то есть как бы товарищи, которого ловят в курсу, ну, он просто моментально подыхает. То есть как бы его разваливают там прям, ой-ой-ой. Как сильно. Но тут задача, опять-таки, хорошо и качественно отстоять линии. Загнать SSIS на Слардаре это не так уж и сложно будет. Но вот FY на Визаже... Блин, я вот, если честно, не могу особо вспомнить FY на Визаже. Вообще Визажа китайского как-то вот так вот... Китайских визажов-то не особо-то вообще могу вспомнить. Ну, я еще добавлю по поводу ликана, то, что пикать ликана после того, как ты видишь гирокоптера, это на самом деле достаточно дерзко, потому что если ты на первой стадии, на начальной стадии не давишь своего противника, не выигрываешь его, особенно если ликан идет через некра, то потом ликан будет просто со своими сумонами кормом для гирокоптера. Так что здесь Vici Gaming рассчитывают на фаст-дотку, либо ликан будет одеваться не через некра.
Так вот. Ну, зависит от того, опять-таки, как пойдет игра по линиям. Через Некра, если все будет хорошо, если линия будет выигрывать, если будет возможность поддавить, то, я думаю, пойдут Некрономиконы. Если этой возможности не будет, то придется выходить в какие-то там, не знаю, БКБ, что-то там еще, для того, чтобы было веселее. Ну, посмотрим. Опять-таки, все зависит, конечно, от лейнинга и от того, как вообще отстоят ребята. Ну что, начинаем с вами смотреть. Опять-таки, админы бомбили... внутриигровые серии. У нас БО-1, ребята. Да, вечная БО-1. У нас просто 5 БО-1, а не БО-5, чтобы вы понимали. Ладно. 1-0. Будем мы постоянно напоминать. Вот я просто в названии стрима напишу 1-0. Чтобы было понятно. 1-0 в пользу Vici Gaming. И это действительно БСТ-5 серия. Будем надеяться, что хотя бы на третью игру админы поставят хоть что-то. Так, и Дисраптор прямо в лапы. Кайсайс тут бежит. Артиберном. Хорошо, подзамедли, есть крэш, все очень четко раскастовали и ферстблад. Да, отлично. Первую кровь забирает Vici Gaming. Так, пока у нас ФБ произошло, тут больше никого не будет убивать. Сетевая сюда уйдет. Суперу наваляли нормально. Я быстренько сделаю реконнект, потому что Perfect World начинает Perfect World-ить. Я полчаса сидел, искал игру. Думаю, блин, сейчас бы игру найти еще. Нормально. Не, на первой карте все нормально, меня только один раз у меня подлагало... В плане самой доты. Один раз у меня интернет еще глюканул, но сама дота только один раз подлагала, так что сегодня претензии к китайским серверам пока не особо крупные. А суппорт Лина и суппорт Дизраптор, ну вот жутко мне не нравится эта связка суппортов. А, не знаю, может быть что-то, конечно, имеют там... Ну, таргет станов мало, да, согласен. Но есть все-таки Драгонайт, который будет как раз-таки с этим таргет станом. И есть Тускар, который тоже будет врываться, ловить и будет закреплять как-то более-менее персонажей. А там уже Лина с Дисраптором будут делать свою грязную работу. Ну, вообще, да, план типа такой, что взял товарищ Драгонайт, включил форму, залетел, дал стан, вкатился, вкатился, собственно, морж с какой-то Линой и поехали-поехали. Ну, блин, ну это все должно... Вот опять-таки, как цеплять того же Бёрнинга? То есть на него станов просто физически не хватит. Ну, хотя... Может быть и хватит. Так, а вот на топе Ланема очень жестко, опять же, под Арктиберном разваливают и крэшат. Айс-айс-айса. Довольно легко, играючи. Прям вот как будто у них уже заранее было где-то написано. Так, вот мы убиваем Дисраптора, потом еще убиваем. Ну, в итоге видишь то, о чем мы говорили с тобой во время пика. Слишком слабый герой, слишком слабый саппорт, которого очень легко убивать. И очень важно команде Ехом, не команде Ехом загнобить как-то Айс-айс-айса, не дать этому Слардару очень быстро получить хорошие артефакты. В итоге Айс-айс-айса гнобят прям аж брызги летят. У Айс-айс-айса и фраг, и ассист, и... Все вообще очень хорошо, но нельзя так, конечно, действовать. Нельзя столько денег и свободы давать Айс-айс-айсу, потому что заканчивается это обычно плохо. Вот, кстати, я когда говорил по поводу Ликана мидового, почему мне нравится. Мне он нравится в миду тем, что обычно все мидеры, они куда-то уходят, гангают, делают какой-то экшен, там, начиная там, с 11-12 минуты. И в это время Ликан просто за один заход сносит тауэр. Мне вот в этом очень нравится, плюс он всегда может контролить руны своими вот этими волчками, что-то там динаить, что-то забирать сам. И это достаточно, ну, неплохо для него. Но, учитывая, что он стоит против Драгонайта, который вряд ли с этого лайна в ближайшее время куда-то свалит, вот этот вот, вот эта возможность сломать быстрый тауэр, она... Ой, поймали. Ой, ну вот посмотри, как же шикарно играет Айс-айс-айс. Как же ему вообще приятно играть в доту. Ну да, против таких двух саппортов прям по кайфу Айс-айс заехал. Да, и при том Лина-то его еще и застанила фактически. Ну так он так с Орпов Веномом, у него спринты вторые, он как бы Айс-айс-айс. Слушай, ему... а в миде сейчас случайно Драгонайт-то не умрет? Драгонайт-то есть ТП, умрет. Но непонятно, Драгонайт упой на Лина. А нет, решили все-таки... Дальше, кстати... дальше бить его. Можно дополнительную тычку сделать, чего бы нет. Снизу тем временем проблемки небольшие у Тускарчика, и он развалился. Что вообще происходит сейчас, я не могу понять. То есть как бы Eleven, который здесь погибает, это, ну ладно, это небольшая проблема, но почему на всех линиях какие-то бешеные проблемы возникают у Ехом, я понять не могу. Толчикин, опять-таки, в миде, мы видим, не может толком подойти к крипам, постоянно его кушают волки, постоянно супер гоняет. Опять сейчас приедет какой-то Слардар на топе, Слардар продолжает избивать. Теперь он просто в соло избивает гирокоптера Киллингспри, а Айс-айс-айс просто всю карту уничтожает Слардаром. Да, это крайне неприятно. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему гирокоптер... Вообще, как бы, этот... Винтервьерна плюс Ларда — это не такая сильная линия.
это как бы не слабо, но гирокоптер, с гирокоптером почти любая линия становится просто чудовищно сильной, потому что этот Rocket Barrage, там буквально чуть-чуть подсобить, и тот же Слардер под спринтами сдохнет за секунду. Тут видим, Бернинга гоняет. Хорошо его убить, закрыло. А у него есть и стики, и манга. Правда, блинк в кулдауне, а тут уже небольшая проблема, потому что блинк-то в кулдауне, дерутся все-таки, и Слосамшен. Эх, казалось бы, Бернинга можно убить, но FY был рядом. Смотри, Слардар, он опять пытается сейчас заехать, уже 6-0 счет, поехал на спринте Слардар у нас на Олчикина, есть у нас стан, Олчикина сгрызает, успеет он отстанется от Айсайсайса, но все равно минус, и атака... Тауэр расконтролили. Это блестяще просто. Ну, там, правда, первый фраг заработали и хоумы, потому что, ну, слишком уже далеко зашла Виверна, которая решила, что в соло сможет победить всех, даже без Слардара, но и за это был наказан у нас товарищ Фенрир. Ну, да, слушай, а где... Вот, ну, конечно, вот это вот и правда смешно, когда... Суппорты, ну, все-таки суппорты должны понимать, что они суппорты, как ни крути, и вот так вот делать лучше не надо. Тем более против трех персонажей, Ехоу мы тоже немного поняли, что двум суппортам желательно быть на топе, и если гирокоптер, ну, Драгонайта там загнобят, он еще как-то может потом оклематься, а вот вся игра будет держаться на гирокоптере, потому что сейчас уже будут плотно Vici Gaming ломать товара, и... Там нужно максимально жестко одеть этого гирыча и надеяться на то, что на хайграунде получится пару там замесов как-то на байбеках выиграть или хотя бы не дать сломать себе базу, а потом уже гирыч с айтемами будет более-менее дефить. В общем, как-то вот так. Уже нужно думать о том, что ты будешь дефить на хайграунде. Ну, скорее всего, да, потому что у товарища Айсайса как бы 6-й левел, он тут в миде немножко пофармил, у него есть урна, и вы сами понимаете, что с 6-м-то левелом сейчас будет постоянно... Так, ну, а на топе опять Rocket Barrage, очень больно Винтер и Верни, но есть... Ну, есть еще и Cold Embrace, так что... А, этот на развороте еще... Смотри, 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 что творит, боже! Что же ты делаешь, демон? Просто насколько нагло играет Vici Gaming. Вот опять, если Фенрир сейчас опять умер, ну, наверное, никто бы ему ничего не сказал, потому что, ну, наглеет просто нереально, страшно, Ехомов. А, поехал Айсайсай, говорит, ах, вы на моего друга напали, сейчас я вам объясню, почем. Кстати, тоже комба с Винтер Виверной, он подрубает свой Arctic Burn, и, кстати, он его максит. Хауль, Arctic Burn, и Винтер Виверна наваливает не хуже, чем любой другой такой кор-персонаж. Кстати, да, 1-2 тысячи дал, каким-то бластом накрыл, это просто нереальный дэмэдж-то от Виверны. Mm-hmm. Так, ну что, 6-й левел получил. У нас Айсайсайс есть, у него теперь Amplified Damage, есть Грейджный Magic Wand, никто на линии против него не стоит, в миде тем временем какой-то экшен, пошла атака у нас на супер, есть тут же ТП. Ну, супер вообще не ощущает их. Splinter Blast. Вот так вот, это минус 11. Ну, ну, потянуть хотя бы жизнь свою, может быть. Слушай, а тут можно было, мне кажется, на развороте попытаться Ликана забрать. Уже в свои силы Ехом совсем не верит. Попытается взять FY. FY очень больно, с Сапшином откидывается. FY еще пока остается живым до последнего. Дерется, но последняя тычка от Ланема, по-моему, была мимо. И Сула Сапшин залезает. Боже, что он еще одного убьет. Они сейчас еще этого, они еще 11 убьют. Они скорее, да, они сейчас еще убьют 11. Да, Визаж, конечно, погибает. 11 тут шансов уже, наверное, нету уйти. Надо гнаться за ним до конца. Фенрир, правда, без маны. Без ничего, но тут рядом еще имеет Queen of Pain. Да, это просто рвань. Как же FY на этом визаже оттанчил. И вот этих два соло сэмпшена, это, конечно, это выглядело просто очень красиво. Ну а на топе SSS тут CTY гоняет. Шикарная драка была в миде в исполнении команды Vici. А Ехом, ты правильно во время драки сказал. Складывается впечатление, что вообще все не верят, что уже все, кажется, мы никуда не пойдем, потому что нас все равно убьют. Да, играют, конечно, они очень-очень... осторожно и как-то прям... Так, а графики? Что у нас там с графиками-то? Уже 4000 преимущества по золоту, а всего 8 минута на дворе. И 4000 по XP. Ну да, очень топ, тяжело топ, будет. Топ-3 нетворса у Vici Gaming. Ну, действительно, беда. Сноубол у Vici Gaming очень жесткий. У них все герои довольно сильно сноуболят. Queen of Pain, которая пока вот 2-0-1, но она, по сути, только на лайне стояла и ничего особого не делала. А сейчас уже начинает потихонечку гулять эта мадам. Бёрнинг будет разваливать кабины только в путь. Слардер купит себе там тагер. Но пока у него урна ПТ, он пошел прям под тауэр, Winter Skewers, и CTY приплыл. Ну тут, конечно, по-моему, немного переборщили. Кстати, за счет этого можно их сейчас попытаться поймать. Смотри, поймали Фенрира, но только одного Фенрира, скорее всего, убьют. Стана Толчикина, но не будут помогать Фенриру. Но действительно, если бы Квапа оставила свой ультимейт, я думаю, здесь можно было бы так, ну, нехило подраться с этим ультимейтом, если бы да, его оставили. Да, ну, можно было бы. Но, видишь, решили фасткил, то мало ли, там какой-нибудь дисраптор вылезет. Может быть, он уже 6-й где-то наборовал, хотя можно посмотреть всегда. Тогда не знаю, чего они так испугались. Там Гирич
разваливался в щепки. В общем, не ожидали, походу, что под тем же хаулем ты просто элементарно каждый по тычке дает под Винтерскерсом, один скрим, и все, уже этого хватит. Мидл ломается, на топе тоже тауэр прессингуется, но пока на топе но тауэр жив. Бёрнинг пытается убить Лину, у него, кстати, Лину тут, смотри, Лина еще может и выживет, до конца волки съели. Волки просто, волки съели, какая же, конечно, нелепая смерть, но ничего с этим не сделаешь. Бёрнинг 3 секунды до блинка, и, походу, он не успевает облинковаться, его еще вернули обратно. Анимации чуть-чуть не хватило, чтобы упрыгать. И на топе у нас экшен, господи, что происходит? Олчикина поймали, айс-айс-айс. Хилится прямо под, ну, прям в замесе сурны, не парится нормально, как раз таки хитвоинт, в котором он себя восстановил, хватило, чтобы выжить, не умереть. Жутко просто мне царь. Нравится, как отыгрывает Айс-Айс-Айс в этой игре вместе. Ну, ладно, неважно, просто Айс-Айс-Айс, неважно с кем, то что Бёрнинг, пока у нас в игре один раз был, мы его видели, он прыгнул раз, убил, второй раз прыгнул, умер, но в итоге... И тут Элевен такой подошел, говорит, ребята, не хотите меня убить? Айс-Айс-Айс говорит, окей, Элевен. Просто как бы реально пришел и умер. Не знаю, на что он надеялся, но это было непонятно немножко. Тут уже у визажа фамильяры летают, причем у него 1660 голды. Не знаю, Solar Crest это будет или... Но тут не надо выходить в быстрый агоним, тут действительно нужно скрипать Solar Crest, пойти быстро. А хотя Solar Crest зачем, если есть, в принципе... Пока непонятно, что он хочет. 1700 голды он ничего не покупает. Он может и то уже потихоньку начинать. А еще он может пойти и купить себе Rod of Atos. Честно говоря, в этой игре, по-моему, можно даже ничего не покупать, просто играть. Как бы просто бить нейтральных крипов там, пока ICSI справляется нормально. Вполне. Ну, нейтральных крипов это ты имеешь в виду героев Яхомов или кто-то нейтральный хип? Потому что действительно некоторые герои Яхом в этой игре пока себя ведут как нейтральные крипы. Они просто стоят, приходят Айс-Айс-Айс и их убивают. Айс-Айс-Айс, кстати, блинк скоро будет. Я не знаю, будет ли он его покупать. Мы вот говорили во время пика о том, блин, если получится, у него быстрый блинк. Да блин, тут уже и без блинка, по-моему, все очень неплохо. Смолки. Сжали кулаки и верим в то, что сейчас получится хотя бы что-то. Но вообще, конечно, Бёрнинг один раз уже отъехал. Если его второй раз взять, не успевает облинковаться, Лина закидывает станчик и есть килл. Вот оно. Могут же. Да, и надо дальше вот так вот стараться ловить людей. Вот то, о чем мы говорили тоже во время пика, что как бы вкатывается в бусик. Человеком? Вот. Ну да, кстати. Это же бог. Да, я согласен. Что-то я немножко преподошибся здесь. Уж простите, фанаты Бёрнинга. Он у меня даже не в муте, я его даже из мута достал. Так что, а это уже много. И замутил ты его не потому, что, да, потому что просто боишься. Не, замутил я его действительно по причине, потому что он там заслужил на мут, и он своих полгода в муте просидел. Кликан подрубает форму, что-то тут ему... Или мисклик, или что? Не мисклик, он, видимо, думал, что на него сейчас будет как-то там нападать, там, не знаю, Ланем с кем-то. Ланема там волки сгрызают просто, ну, почти сгрызли. А, реально осталось половина хп, просто решил, что вдруг на него нападут, и будет страховаться. Да. Тедин на топе забрали тем временем Айс-Айс-Айс вместе с Фенриром. Продолжают Айс-Айс-Айс с Фенриром здесь давить. Вот тавр только сейчас упал. И у Айс-Айс-Айса почти блинк 1700 голды. Но снизу про тавр также забрали Eleven, КК и Old Chicken в Яхом. Так что, в принципе, как-то они пытаются деньги зарабатывать. Да, графики... Ну, графики, кстати, не так резко растут, как это было первые там минут 8. Но, опять же, тавра падают. В ответочку, правда, тоже там тауэр снизу упал. И сейчас снизу падает еще один тауэр потихоньку, помаленьку. Но тут отогнали, конечно же, Лчикина, чтобы совсем не наглел. А вот в топе желательно, конечно, повоевать. Ой, учитывая, сейчас что снизу... Да. Ой, ну тут Ланем умирает тупо от одних волков. Это беда. Я говорил там про фамильяров, но тут еще уже с волками проблемы. Слушай, он реально сейчас умрет? Урну повесили. Не умрет. Чуть-чуть не хватит. Или... 80, не умирает, еще один, два тика, чуть-чуть не хватило. 20 хп не хватает, но это, понимаете, как бы товарища просто покусали два волка, а потом на нее повесили урну. Если бы он сейчас умер, но это было бы, да, сильный саппорт, конечно, очень сильный. Что сейчас драка, будут принимать ее Vici Gaming, хотят Ехомы застать их врасплох, Айс-Айс-Айс у нас по-прежнему без блинка, видит фамильяра Олчикина, Олчикин у нас без формы, идет в драку без формы, Олчикин получает тут же слоу, получает стан, и плевочек здесь, Айс-Айс-Айс забегает в толпу. Кулдаун ответный очень хорошо заезжает, Айс-Айс-Айс разорвало на части под его спринтами, демаш ходит очень больно. Слушай, минус... а все отделка. Очень плохо. Бёрнинг отблинковался, лоу хпшный. Еле живой. Вот, блин, вообще замес начался настолько нелепо. Это вот просто со стороны, если посмотреть. Я вот так вот смотрел сверху.
Так, ну пытаются Бернинга поймать, но уже, по-моему, без вариантов. Там еще 3 секунды до Глимса не достанут. А Винтера Виверна, сетевой, ему пофиг на все, он хочет драться. Так вот, бегут с Ехому, значит, по своему лесу. И они вроде как знают, что там Вичи Гейминг должны находиться. Но, тем не менее, они бегут так, как будто вообще ничего не подозревают. Я думал, сейчас все, сейчас Ехомов там похоронят, но ребята-то нормально надавали. Супер, подрубает форму. А в очередной раз как-то прям... Супер непонятненько. Так, в миде сетевая тем временем поймали и будет пытаться сгрызть супера, но должны, да, загрызать. На этот раз вот после ультимейт Виверна все-таки сгрызли. Нет, да понятно, почему он врубил. Ну, в общем, супер отыгрывает. Хорошо. И вот на Рошана сразу. 30 секунд, казалось бы, да? Но за эти 30 секунд сейчас Слардер должен прийти. Вот он бежит. Сбить бы чем-то Линкин. Ну ладно, придется амплифаем, подождать немножко. Не страшно, 5 секунд кулдаун, это немного. Ну, за 5 секунд под этим амплифаем мы не будем пол лица уже снесли. Ну, это да, да. Ну, просто нечем этот. Форстав все-таки приобретает ISIS, то есть решается все-таки Дэрил выйти в Форстав. Неужели тут будет какая-то, ну, не будет тут никакого? Ну, нечем прыгнуть, Дисраптор может, конечно, туда кинуть ульту. Ой-ой-ой, слушай, вот бы реально туда сейчас Дисраптора, Лина. Какая проблема? Сразу сдули. Это плохо, вот сейчас надо уходить, ни в коем случае не стоит лезть. Ну что, опять-таки, вот мы тысячу раз, блин, сколько лет комментируем, всегда время о том, что если команда идет в сторону Рошана, и буквально за секунды две до того, как они собираются врываться, там Рошан падает, наверное, стоит все-таки уйти. Потому что там типы готовы, они сгруппированы, и у них уже есть Аэгис. А потом, когда ты на них врываешься, ничем хорошим это не заканчивается. Бонусом здесь становишься таким. Ну типа да, бонусом к Аэгису, да. Есть такое. Но на самом деле, конечно, там все было очень-очень щекотливо. Вот этот Ice Shard очень был хороший, если бы Disruptor мог туда закинуть свою ульту. Просто вот именно как ты закинешь, у тебя RNG элементарно не хватает. Если бы Disruptor дал туда свой прокастый гирокоптер, тупо кулдаун. Зафорстафить, можно сказать, там еще форстаф. А какие форстафы? Ну, вот там проблема в том, что там почти ничего нет. Пока фейсбутсы это топовый айтем у команды Ехоум. Да, такой себе успех, скажем так. Действительно, фейсбутсы это, ты абсолютно прав, самый топовый айтем. Ну ладно, там почти мека у Элевена имеется, так что не будем что-то. По деньгам 8000, по XP 8500. Ведут Vici Gaming, в серии тоже ведут Vici Gaming 1-0, ну и надо тут как бы Ехоумом дальше продолжать, вот ловить на ошибках своих соперников. А может быть Ехоум и специально? Мы же говорили о том, что если все будет хорошо у Vici Gaming, то Ликан пойдет через Некра. Может они специально делают вид, что у них все плохо, пушки нас через Некров, а потом хопа, у гирокоптера раз дропирка, два рапирка и... Давай Александр все это Юрий. Дело фармить, тэфить. А может, Ехомы вообще специально проигрывают? Мы вот тут... кстати, ну, я без шуток. Мы на этом, когда были, мы на Нанянге довольно тепло и приятно пообщались с менеджером, владельцем, слэш-тренером команды. О, поймали Плане, мы его быстро убили. Потратили на него Winter's Curse. Это, конечно, такое себе удовольствие. И он нам рассказал, что как бы Ехом и Vici Gaming — это две супердружественные организации. Прям вот у них там... тренеры иногда даже совместные. Вот, например, 71-й, он тренирует Ехоум старших, Vici Gaming Potential и Ехоум одну из молодежных команд. То есть вот у этих трех команд один тренер. И вообще эти команды дружные. У них типа есть такие коалиция Ехоум и Vici одна, а вторая это IG и LGD. Вот у них такие два лагеря. Поэтому это дружные команды. Может быть, они так перед игрой посидели, типа, блин, завтра играет с LGD, тому кто проиграет. Давайте, короче, сегодня Vici выиграет, а Ехомы завтра будут разбираться, просто Ехомы с ними лучше играют. Ладно, шучу, конечно, нет ничего такого. Так, Ликан подрубил форму, пытается его забрать. Бежать, убежать. Резать, надо резать этого Ликания. Чтобы он... Вот чем больше ты его убиваешь, тем, точнее, чем чаще ты его убиваешь, тем, соответственно, реже можно пушить и ломать ТВРа, и, соответственно, больше времени выигрываешь. И тем более Драгонайт под формой, можно забрать Т1 Тауэр, пока Vici Gaming в меньшинстве, и пуш-то притупляется, и шутки шутками, как бы Vici Gaming со своим пиком особо на ошибку права не имеют. А преимущество не какое-нибудь там в 15 тысяч, которое мы привыкли обычно видеть с таким развалом, 7,5, ну 8 тысяч там золота, 8 тысяч XP, это не супер много. Ну 18-я минута, с другой стороны, ну и немало тоже. Плюс ну немало, да, согласен. Ну но да, ну не там гирокоптер и Драгонайт, а там Слардер, который с течением времени свою эффективность теряет. Несмотря на то, что это Ice, конечно, но...
Так, Фенрир на Арктик Берни. Пошел Бласт. Неприятно. Лучик. Ну, боже, что просто делает? Ты посмотри, просто... что делает? Что это? Это еще не максимального левела Арктик Берн. Да просто забей. Поймали Левен. Очень быстро его должны распетлять. Бёрнинг. Он с Аегисом на него. Лагуна Блейд потратили. Аегис он, походу... Ну, даже Аегис пока не теряет. Тауэр забирает. Кулдаун на отмаш откидывается. И Слардер погнался, но не успел. Да, даст он, наверное, не успел дать крэш. Ну, и неважно, даже если бы дал, ничего бы не изменилось. Тиммейты далековато. Очень идут сильно дальше. Хотел Бёрнинг залить Аегис, и у него просто физически не получилось этого сделать. А, он реально хотел залить, но его хилили. Ну, сейчас, говорит, я точно залью. И Тауэром от Тауэра по лицу получает. Саша Яша появилась, кстати, у Гирокоптера уже хоть что-то. Какой-никакой дамаг имеется. Но, конечно, если на него нападут, то там рожки да ножки останутся. Некрономиконы. Третий сейчас у Ликана прилетят. И все очень-очень просто. Все реально очень-очень просто. В исполнении герои довольно легкие, за исключением, наверное, вот визажа, на котором еще там что-то надо расконтролировать. Все остальные, он Queen of Pain, Blink, Sonic Wave. Нормально. Да не, ну чё, ну Queen of Ликан форму нажал, выделил всех своих юнитов. Сложная Queen of Pain. Кстати, можно и не выделять. Там есть скрипты, когда ты просто нажимаешь форму, и у тебя все просто автоматом выделяется. А, ну нормально. Нет, там есть много разных скриптов. Там NS там кучу видео выкладывает с этими скриптами. Вы можете... Ну, кстати, очень полезная тема. Нереально полезные скрипты. Там и на тинкеров разных, и на... Ну, в частности, вот на Ликантропа там есть шикарные просто скрипты, когда ты просто нажимаешь кнопку хауля, и вместе с нажатием кнопки хауля у тебя там выделяется абсолютно все, и ты можешь просто отправить в атаку там. Нормальненько. Или ты вызываешь волков некрономиконов, и у тебя они сразу выделяются просто на одну кнопку, и ты райт-клик просто сходу нажимаешь, это прям то, что надо. А тем временем, под смоками, ехоумы ищут себе жертву, но, как мы видим, никого они не найдут. Вот, по-моему, жертву ищут себе Вичи Гейминг, и вот она жертва. Это Т3 Тауэр, на который прям в смоке они идут. Тауэр со смока. Это, кстати, прикольный ганг. Пацаны, давайте загангаем Т3 Тауэр. Ну да, вот мы видим, что ребята разошлись по разную сторону на карте. И... друг друга. Ну, просто Бёрнинг будет пушить. И, кстати, Т3 Тауэр, ты сейчас увидите, слушайте, а там глиф вообще есть? Там нету глифа, это просто минус бараки сейчас будут. Стридин. Это да, очень быстро надо третий уже некра, прилетать. Третий некра, хауль и стридин, это дэмэдж по Тауэру, вот. Есть первое ТП, но пока первое ТП оставалось, Тауэр уже упал. Ну и все, и привет. А что вы хотели, ребята? Там три фамильяра, хауль, два некрономикона и волки. Ну да, барак не убьет, потому что не особо-то хотят, но вот волки еще... Так, Слардар прыгает на Лучикина, зацепил. Лина пытается отбросить. Пошел ультимейт от Виверны. Квапа! Как они выстроились-то в рядочек прям под Бёрнинга. Залетело очень больно, но барак пока цел. Sonic Wave на самом деле задамажил только одну цель. Остальные так себе продамажились из-за ульты Виверны. Им, наверное, даже больше повезло. Вот вроде Бёрнинг-то у нас игрок очень опытный, но мог бы он на самом деле подождать, пока Винтерскёрс кончится, и тогда уже давать Sonic Wave. Но опять же, дело такое. Хотя нет, у Драгонайта он бы никак не выжил. Ну да, понятно. Да, может да, быть, да. Разве что его Таск бы засейвил. Да, Таск мог засейвить. Ладненько, сделали быстрый килл, забрали Т3 Тауэр. По-моему, мы просто уже слишком много просим от Twitch Gaming. Они и так сделали очень много. И теперь ну, главное сейчас... Ну, они и так эту игру, скорее всего, выиграют. Да, главное просто не спешить. Потому что всегда можно зайти на хайграунд, действительно подставиться под какой-то там колдаун в толпу и просто... умереть, и это, конечно, не хочется вот так вот подставляться, конечно, когда у тебя конечно. Такое преимущество. Так что лучше спокойненько довести дело до победы, и вот уже при счете 2-0 уже можно как-то там экспериментировать. Пока только 1-0. Да, да и тем более, как я уже говорил, у Ехоум шанс выиграть всегда есть за счет ошибки Вичи Гейминг. Вообще нельзя ошибаться даже один раз. Айс-Айс-Айс, как мы видим, тут находит себе жертву, убивает. Легко и просто с дабл дэмэджем. SSS 5.1.5 просто имеет, продолжает быть супер мобильным, супер веселым, развлекающим Слардаром. Есть Блинк, есть Форстаф, и прям неуловимый мститель. Ну, сами виноваты. И хоумы, они мало того, что как бы Драгонайту особо в миде не помогали, то есть вот эта помощь, она была никакущая. Так еще и на топе Гирокоптера. То есть был бы Дисраптор, Лина и Гирокоптер именно втроем тупо стояли бы на топе. Все было бы по-другому. Винтер Виверна плюс Слардер не смогли бы так жестко напрягать. А у нас была дабла на топе долгое время с Дисраптором, который, по сути, фрифраг бегающий. Ну да, который действительно хуже нейтрального крипа, потому что нейтральный крип хотя бы отбивается, а этот просто убивает.
Убегает, точнее. Это невеста в миде. Напали на Бёрнинга. Будет пытаться его быстро убить. Тут очень хорошо. Но подсейв очень хороший. Убить его нереально. Слушай, все потратили. Фамильяры шикарно сюда врывается. Атисайз по двоим стан. И Sonic Wave заходит как нож масла. Больно Ланему. Ланема сейвить не захотели. ЛМ себя засейвил. Главное, Ланема не стал прятать. Но что надо. Его тут тоже вряд ли это спасет. Сетевая, кстати, после байбека, поэтому надо, ну, не важно уже. Тут уже, в принципе, ну, не важно. 24 на 8. Ни единой ошибки, понимаете? Просто ни единой ошибки. Не, ну где-то там было, там где-то там... Ну какие-то супер незначительные, именно вот в тимфайтах. Именно вот в тимфайтах, тиммувинге. То есть какие-то там по карте ошибки можно допускать, но чтоб именно не в тимфайтах ошибки. Вот один тимфайт бы профукали, и все. И у Ехом бы игра сразу восстановилась бы. Но нет этого, и все. Ну, пока слишком хорошо смотрится Vici Gaming в этой серии. На данный момент счет у нас становится уже 2-0. И надо как-то собираться, наверное, сейчас с Ехомом, потому что можно закончить все 3-0 и разойтись по домам. И это как-то будет, ну, не особо весело. Напомним вам, что проигравший будет завтра играть еще одну Best of 5 серию против LGD Gaming за право выхода на саммит. Ну, это опять-таки еще не все. То есть это не Best of 3 все-таки. Финальный матч, матч за слот, поэтому никуда не разбегайтесь. У нас счет серии 2-0 в пользу Vici Gaming. Ну и мы уходим на коротенькую паузу и вернемся к вам через 10 минут на третью, и я действительно надеюсь, не последнюю карту этого матча. Не разбегайтесь.